Досрочный период сдачи ЕГЭ стартует в Свердловской области 20 марта. Он проводится заранее для выпускников прошлых лет, а также нынешних 11-классников. Те, которые не имеют академической задолженности, полностью освоили программу среднего общего образования, имеют зачет за итоговое сочинение, а также имеют допуск педагогического совета школы. И у них есть уважительная причина, по которой они не могут принять участие в основной период. Уважительными причинами могут стать участие старшеклассников в соревнованиях общероссийского уровня и лечение в основной период сдачи ЕГЭ. В Первоуральске изъявили желание сдать экзамен досрочно всего 9 человек, все они выпускники прошлых лет. Пункты проведения ЕГЭ откроются для них в понедельник на базе школы Екатеринбурга. В этом году государственную итоговую аттестацию пройдут 513 учеников 11 классов. Большинство из них, помимо обязательных русского языка и математики, в качестве предметов на выбор будут сдавать обществознание, биологию и информатику. 27 марта Первоуральск уже в седьмой раз присоединится к всероссийской акции «Сдаем ЕГЭ вместе». Все желающие родители смогут познакомиться с процедурой проведения аттестации изнутри и написать сокращенный вариант госэкзамена по русскому языку. Подать заявку можно до 24 марта по телефону или электронной почте.